Северский район посетила научно-исследовательская группа из МГУ имени Ломоносова и Института славяноведения Российской академии наук. Цель визита – этнолингвистическое исследование традиционной культуры понтийских греков. Диаспора – одна из самых больших в районе, а ее представители отличаются активностью в разных сферах жизни муниципалитета. Московских гостей встретили в Доме культуры станицы Северской настоящим южным застольем с традиционными блюдами. Председатель районного общества греков Мария Константиниди уверена, что несмотря на невзгоды и несчастья, будь то геноцид или период репрессий, выжить и сохраниться свои традиции понтийским грекам помогли жизнелюбие, веселье и песни. Что бы ни случилось, собраться за большим столом – святая традиция. На следующий день участники исследовательской группы продолжили более продуктивную работу, пообщавшись с местными жителями. Мы приехали сюда с целью исследовать традиционную культуру, язык греков, которые проживают в станице Северской. И действительно, здесь греков очень много и очень интересные греки. Нашей целью является обследование разных регионов России, где компактно проживают греки. В России сейчас около 100 тысяч греков по разным оценкам. Мы были уже в других регионах, мы были в регионе Сочи, Кавказских минеральных вод, в Новороссийске, в Анапе, в Владикавказе, в Казахстане, в Карачаево-Черкесии. Вот сейчас приехали в ваши края. Большую часть дня провели в доме известного северского кузнеца Георгия Гуреева, который не только чтит, но и старается популяризировать понтийскую культуру. Играет на традиционном инструменте. Сейчас в России около 100 тысяч греков. Многие из них еще сохраняют язык. И как наш сегодняшний собеседник, мы прекрасно записываем интервью. Видите, собираем лексемы, которые касаются разных аспектов традиционной культуры. И в том числе похоронного обряда. Потому что мы здесь находимся, в том числе по гранту РНФ, славяно-неславянские пограничья, в ходе которого мы изучаем похоронно-поминальный обряд на территории России и соотношение русских традиций и разных других этнических традиций, которые можем зафиксировать на территории нашей страны. В станице Северской мы отметили очень активное, замечательное греческое общество. Во многом греческие традиции сохраняются и поддерживается интерес к греческой культуре. Это дорогого стоит. Исследовательская группа пробудет в Северском районе до завтрашнего дня, а затем отправится в Краснодар, продолжить работу, познакомившись с греками краевой столицы.